Я с вами разовью из книжки. Я хочу прочитать стихотворение, которое было написано год назад. И, собственно, оно было написано для как раз в канун Юлиного дня рождения. Когда приезжала из Москвы замечательная Таня Пучко, может быть, гости из Москвы, я тоже знаю. Вот. И мы с ней, значит, устраивали такой замечательный концертик только в Восточной Африке. И вот родилось стихотворение, которое называется «Весеннее обострение». Оно было посвящено Юлиному дню рождения и посвящается опять же ей же, снова, только уже в Западной Африке. Рвет оболочки и почки набухший лист. После всех многоточий ты снова чист. Только внезапно хлынет эмоций сель, словно не жил до ныне и вдруг апрель. Время, когда все чувства обострены, когда не различаешь, где явь, где сны, бродишь, как тень по комнате, ждешь звонка или следишь за окнами издалека. Ночью стихи лавиной под крик котов, это пришла с повинной сама любовь. Лишь позови, на красной не тормозя, можно в апреле то, что вообще нельзя.